Начало морозного сезона оказалось жарким. В крае то и дело полыхало. За последние 4 дня 106 возгораний. Большинство в частном секторе. Так от пожара серьезно пострадал дом в центре Барнаула. На пожар прибывало 10 единиц техники, 34 человека личного состава. Проложена одна магистральная линия. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Горели не только жилые дома, но и производственные объекты. К примеру, в Михайловском районе в селе Ракиты от огня пострадали склады. Сгорело не только несколько тонн зерна, но и техника. Помимо пожаров, с 4 по 7 ноября в регионе зарегистрировали почти 200 ДТП. Одно из них случилось накануне. На Бийской трассе перевернулась фура с углем. А днем ранее на въезде в Барнаул из-за гололеда столкнулось сразу 15 машин. Были и такие, кто опасность искал намеренно. Ну, ё-моё, дрифт-серия закончилась. Гоняли ребята, гоняли по Ленинскому сегодня. Обогнали меня пару раз. В общей сложности в дорожных авариях травмировалось 22 человека. Один погиб. И это, заметим, лишь за первую неделю холодного сезона. Сотрудники ГИБДД призывают водителей одуматься и сменить манеру вождения. Снижение скорости на дороге, увеличение дистанции, отказа от каких-то резких маневров. Все то, что нам позволит усилить контроль за управлением транспортным средством, и что позволит нам предотвратить дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего мы сохраним жизни людей. София Яценко, «День с толком».